Давай, давай, давай. Нормально все, нормально. Чуть опусти навеску. Еще, 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 еще. Оп. Давай. Давай, греби. Игорь просто маленько неопытен и не бьет никогда такими граблями. Ну, сейчас первый раз он грибет сено. Маленько подсказывает, как все. Так что так плохо. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Не сенаж, а скорее всего силос. Ни хрена не просохло, да еще и ночью дождь у нас был. Так что не пойми, что такое половина. Вяленая, не вяленая. Это уже кадры с другого поля, то есть уже на другом поле мы гребем. Но все равно в этой, здесь собрал несколько роликов, кадров с разных участков полей, просто показать, что, как работают вот эти колесно-пальцевые грабли. Так что смотрите. Все, кому не ясно, пишите в комментариях.
перевернули грабли на ворошение. Правильно, неправильно, не знаю. Сейчас попробуем. Посмотрим, что у нас с этого получится. Потому что из-под вирекса не этот, не просохли. Волки, и попробуем их переворошить, а завтра... Игорь! Игорь! Вот как раз при ворошении не хватает вот этого пятого колеса, чтобы захват был в три волка. И он ворошит на двух волках. А так бы, если бы стояло пятое колесо, как раз бы был захват три волка, и все нормально ворошилось. Вот сейчас видно, что первое колесо идет просто в холостую, впустую. Так что смотрите.